Там, где лыжники летят по снегу, где неистовое солнце о щеку красотки трется щекой, там однажды сочинился, сам собой ко мне явился. Вот мотив какой. Пара-пу-пап, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парам. Пара-пу-пап, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парам. Он забавным показался сразу, я подумал, что, наверное, это песня про какой-то курорт, где отпускники гуляют и веселый джаз играет этот фокстрот. Пара-пу-пап, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парам. Пара-пу-пап, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парам. Но потом мне показалось, будто это песня человека, у которого на сердце болит, и чтоб скрыть свои несчастья, он, отчаявшись отчасти, тихо бубнит. Пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам. Этого не надо, будут в этой песне горы и вершина под названием Тангузарунге, Чичиге, Карапаши. Будут розовые скалы и крутые перевалы, и все то, что нужно нам для души. Я стал сочинять, как хорошо, что есть на свете горы, что есть на свете горы, вершина красоты. А дальше не сочинилось. Пара-пу-пап, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам. Но потом, критически помыслив, я решил, что продвигаюсь по ошибочному явно пути, потому что без любимой мне не то, что эти горы шагу не пройти. Хорошо, что есть на свете горы, что есть на свете горы, вершина красоты. Как хорошо, что есть на свете горы, но также крайне важно, что есть на свете ты. Пара-пу-па, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам, пум-пара-пум-парарам. Дорогие друзья! Здравствуйте! Вот уже в 17-й раз мы с вами собираемся в лучших залах Москвы. День рождения Юрия Васильевича Висбора. Для того, чтобы все вместе послушать и, конечно же, попеть его песни. По сложившейся традиции последних лет, сегодняшний вечер мы вновь ведем вместе. Галина Хомчик и Борис Львович. Мы не станем рассказывать вам биографию Юры Висбора, потому что, в общем, наверное, любой из сидящих в зале может это сделать не хуже нашего. Но все-таки хочу подчеркнуть, что этот человек за 50 лет такой короткой своей жизни сделал столько, что другой и за 10 жизней, наверное, бы не сделал. Чего он только не делал в этой жизни, чем не занимался. И все, что он затевал, он делал прекрасно. Он был журналист и педагог, он был драматург и писатель, турист, альпинист, горнолыжник. Он был поэт и композитор. Безусловно. Он был одним из родоначальников этого самого жанра нашего. На сцене Дмитрий Харатьян. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой,
ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города, а вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метели, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. А вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой ни за какой рекой, ни за туманами, дальними сторонами. Спасибо. С днем рождения. Дмитрий Харатьян. На сцену выходит Олег Митяев и Леонид Марголин. Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Саша крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Я гитарой не шибко владею, и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополинных московских дворах. Но для Саши я бог, между прочим, без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтение свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, ну, ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, иностранный поселок Тикси. Повыше, повыше чуть-чуть. Вот так. Леонид Марголин. Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену Галину Хомчик. Да,
любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. И будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеяв детскую игру. И ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч прорвет завесу низких туч, затеяв детскую игру. И ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, и торопливый поцелуй оставят нам, да, наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай оставим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня и будет в нашей жизни. Затеяв детскую игру, и ветры, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. Галина Хомчик. Спасибо. На сцене Евгений Дятлов. Аккомпанирует Николай Криворучко. Тем, кто воевал Великую Отечественную. От земли и рукава по локоть закатали, и
к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет уже у нас судьбы другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле содрошит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, и нет уже у нас судьбы другой. А я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш — последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже у нас судьбы другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, уходят, но прихожу сюда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтоб оно пропало, где не было у нас судьбы другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой. Поет Александр Косенков. Юрий Иванович Визбор писал, потрясающе писал песни, репортажи. Эти песни могли бы стать сюжетом к хорошему фильму. Вот одна из них. А наземный пост с хрипотцой донес, что у 32-й машины при взлете с левым шасси какой-то вопрос, и оно бесполезно висит в полете. А человек, сидящий верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне, и орден в конце концов. Он памятник ныне, он память отныне, и орден в конце концов. И ночных полетов руководитель стал кричать в синеву: «Войдите в вираж, в пике войдите, но помни, внизу живут». А 32-й кричит: «На брюхо сажусь, и делу хана, а пенсию официантке в валюхе, она мне вроде жена». А человек, сидящий верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне, и орден в конце концов. Он памятник ныне, он память отныне, и орден в конце концов. И красные строчки, посадочный знак, и красный удар в бетон. Прекрасные ветры в раскрытый колпак, и кто-то целует потом. А человек, сидевший верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, майор он отныне, инструктор отныне.
женат он в конце концов. А на сцене Вадим и Валерий Мищуки. Куда девались звезды, упавшие в маяк? Маяк кричит тревожно, я говорю серьезно, пока еще не поздно списаться с корабля. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим. Мы все пройдем, но флот не посрамим. Лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Корабль наш имеет трубу из задних вод. Труба дымит опасно, винты скрипят ужасно. И никому не ясно, чем кончится поход. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим. Мы все пройдем, но флот не посрамим. Лайди, 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 лайдай, музыка громче, громче играй. Но все же нет печали, досады даже нет. Видали мы едва ли все то, что мы видали. На вас не напасешься, ребята, сигарет. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пропьем, но флот не опозорим. Мы все пройдем, но флот не посрамим. Но мы в морях не раз встречали зори и пили спирт, болтаясь между льдин. Мы все пройдем, но флот не опозорим. Мы все пробьем, но флот не посрамим. Лайди, 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 лайдай, музыка громче, громче играй. Лайди, 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 лайдай, музыка громче, музыка громче, музыка громче, громче играй. Вадим и Валерий Мищуки. О любви Висбора к той земле, на которой он родился и прожил, можно сказать приблизительно такими словами. Это любовь, как следует из всего его творчества, интимная, негромкая, но сильная и глубокая. А песня, которая сейчас звучит, тоже стоит особняком в его творчестве. Это самое композиторское, наверное, произведение Висбора. И называется она «Многоголосье». И исполняет эту песню хор «Преображение», хормейстер Михаил Славкин, концертмейстер Тамара Федосеева. Thank you.
Варя Висбор, внучка. По самой длинной улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Москва 12, он не ледокол, да и Москва речушка, не Нева, не Нева. И мне с тобой так просто и легко, как будто здесь уже и не Москва. Веселье дым, легка любовь и ненадежна грусть, а мы на это с палубы глядим, сюжет той пьесы зная наизусть, а мы на это с палубы глядим. Ах, не спугнуть бы это невзначай, и лишь плеча касается плечо, когда волна волнует наш трамвай. Варвара Висбор. Как наши дети подросли, вот верный счетчик нашим общим временам, как говорится, у ее дедушки. А сейчас на сцену выходит Константин Тарасов. О, великое искусство киносъем, о, рекламных объявлений суета. Вот написано по центру, не в сторонке, мол, снимались в главных ролях тут и та. Тут и та, у них то свадьбы, то разводы, тут и та, у них Volkswagen дорогой. Их приветствую,
арабские народы и развратом поражает их стокой. Вот и на у них не вьюжит и не каплет шумный дом гостеприимства до зари. И известный всей стране товарищ Каплин об артистах с теплотой говорил. Так уходит жизнь на встречи вечеринки, на выслушивание всякой чепухи, на интрижки, на рубашки, на ботинки и другие невеселые дни. Ну, а роли, где, ребята, ваши роли? Да такие, чтобы не плакать не могли. Мимолетом суетливо и не более серой тенью по экранам вы прошли. Что ж, друзья, не получилось жизни с лету, слава юбкой покрутила и ушла. Так на списанные веком самолеты надвигается бульдозера скала. У бульдозера сомнений не на йоту, он рожденный ползать знает это сам. И хрустят, поднявшие крылья, самолеты, словно руки воздымая к небесам. А потом уж тишина, и стихли споры старых фильмов, пожелтевшая трава. Ой, ребята, не ходите вы в актеры, это правда, дорогие, не для вас. Лучше слушать на полянах птичий гомон и водить во льдах усталые суда. Что кино, оно найдет себе другого. Мама, мать, сыночка, никогда. Что кино, оно найдет себе другого. А мать, сыночка, никогда. Спасибо. Константин Тарасов. Сегодня для вас песню Юрия Висбора «Манеж» исполняет Роман Ланкин. Когда кончается сезон удачи и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды, когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя, манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя, манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречен и свеж, подарите мне любовь, подари. Просто жизнь моя, манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зрите. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя, манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя, манеж, на коварство и любовь обреченный.
женщин и свеж. Подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зрите. И все же я на вас гляжу с надеждой, хотя наивно это все, я-то ясно понимаю. И все-таки надежде той внимаю, поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречен и свеж, не дарите мне надежд, не дарите. Просто жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зрите. Приглашаю на сцену Бориса Львовича. Один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: «Дорогая, нам лучше выйти порознь». Она ему ответила: «Мой друг, я люблю, когда утром играет тихая музыка». А он ей сказал: «Иначе нас могут увидеть соседи. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда же мы кончим врать на самом деле? Где ж станции с названием «Правдивые миры»?» Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а Германа все нет. Целый день она писала водоотталкивающей краской лозунг: «Спорт – это здоровье». Хотя сама из всех спортивных занятий предпочитала только закручивание бигуди. А он целый день доставал какие-то запчасти и даже водил кого-то в кафе «Фиалка». А к вечеру достал два рыбных заказа, которые сменял на два билета на Таганку. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда же мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж 40 близится, а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов обещало нам солнце, а за окном было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. Давай мы с тобой поженимся». Он ей сказал: «Созвонимся». Наивны наши тайны, секретики стары. Когда же мы кончим врать на самом деле?
Где ж станции с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет. На сцену выходят Лидия Чебоксарова и Алексей Росошанский. Евгений Быков, исполняющий в следующем произведении важную роль московского таксиста. Мы подъехали к теплому стану. Эй, водитель такси, отвернись. Дорогой, я вас ждать не устану. Дорогая, вы вся моя жизнь. Ах, не суди себя вы, не суди. Случай ходит у нас по пятам. А вокруг будто тысячи судеб. Зажигает огни теплый стан. Парам, 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 парам. Я из Внуково ангелом взмою в отдаленные очень края. Я еще от предчувствия взвою. Ты сидеешь еще от вранья. Память ваших измен тень наложит на мое полевое лицо. Это ж только цыгане за ножик. Мы ж за рюмку и дело с концом. Парам, 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 парам. Друзья меня крепко осудят, но я даю телеграмму «Встречай». И с посудой шатаюсь посудну, закажу корешам невзначай. Вы из теплого прибыли края. Я по северным плавал местам. И в окне теплый стан наблюдая, обнимая ваш теплый стан. Парам, 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 парам. Приехали. На сцену выходит Борис Кинер, Михаил Цитриняк, дуэт «Мастер Гриша». Замечательно, прекрасно. Мы будем вас брать на все наши концерты. Уходят облака, устав от снеговой работы, луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Сыграть и надо в эту ночь сугроб. Множество мелодий, круги зажечь на небосводе, чтоб привидениям помочь. Круги зажечь на небосводе, чтоб привидениям помочь. Па 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 па
привидениям поможет. Еще задача на бегу в ее сегодняшнем кружении явиться синим продолжением твоей фигуры на снегу, явиться синим продолжением твоей фигуры на снегу, чтоб ты, продавливая нас, сказала, будто мимоходом, какая чудная погода, какая полная луна, какая чудная погода, какая полная луна, чтоб я, измученный медведь, давно лишившийся покоя, в тебе увидел бы такое, что в свете дня не разглядеть, в тебе увидел бы такое, что в свете дня не разглядеть. Уходят облака, устав от снеговой работы, луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Луна поглядывает в ноты, чтобы сыграть наверняка. Вау, да ты ли вау, вау, вау. Борис Кидер и Михаил Цитриняк, дуэт «Мастер Гриша». Дорогие друзья, как хорошо, что песни Юрия Висбора живут, продолжают жить и возрождаться в таких удивительных, прекрасных и разных голосах. Но особенно тепло на душе становится тогда, когда понимаешь, что эти песни поют совсем еще молодые голоса нашего нового поколения. Я с удовольствием приглашаю на сцену эти молодые и яркие голоса. Группа Just Listen. Чутко горы спят, южный крест залез на небо, спустились вниз в долину облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был. В таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был. В таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, но все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелые и меткие стрелы у жителей страны Мадагаскар. Крест погас, золотой рассвет на небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был, в таинственной стране Мадагаскар.
Осторожней, друг, никто из нас не был. В таинственной стране Мадагаскар. Спасибо большое. Я приглашаю на сцену Павла Фахретдинова, Александра Щербину и группу «Адриан и Александр». Вы теперь к разлукам привыкайте, британству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите порт Владивосток. Там, оставив берег за кормою, в море отправляются суда. Тихо там восходит надо мною тихоокеанская звезда. Тихо там восходит надо мною тихоокеанская звезда. Вы теперь, пожалуйста, простите все ошибки сухопутных дней. Вы теперь, пожалуйста, любите нас и посильней, и поверней. Вы в комод другие звезды спрячьте, чтобы вам сияло иногда тихо восходящее над мачтой тихоокеанская звезда. Наступит срок, поезда отсюда лишь на запад, пароходы только на восток. В жизни может многое случиться, но теперь сквозь все мои года тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. Тихо будет надо мной светиться тихоокеанская звезда. На сцену выходит Елена Фролова. Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синебокие дельфины. Здравствуй, мальчик, на причале,
здравствуй, мальчик посидевший, расскажи ты мне вначале, что там в мире надоевшем. Я один, по мне топочут ноги, ноги, грузы, грузы, у спины моей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире? Все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. И один, по мне топочут ночи, ночи, муки, муки, за спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собой. Где-то слышится рыдание над нелепою судьбою, размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конферанса. Пароходик мой любимый, что же ты сказал такой? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покой. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я иду от порта к порту, я плыву от горя к горю. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю. Проект «Песни нашего века». Давайте прощаться, друзья, немного устала гитара, ее благородная тара полна нашей болью до дна. За все расплатившись сполна, расходимся мы понемногу, и дальняя наша дорога уже за спиною видна, уже за спиною видна. Давайте прощаться, друзья, кто знает, представится ли случай, чтоб без суеты ни минучи в глаза поглядеть не скользя. Такая уж даль позвала, где истина неугасима, а фальшь уже невыносима. Такая уж песня пришла, такая уж песня пришла. Прощаться, друзья, чтоб к этому не возвращаться, зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до сиди, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 21. Давайте прощаться, друзья.
Вадим Мищук, Валерий Мищук, Елена Фролова, Константин Тарасов, Сергей Хутос. Галина Хомчик. Вы знаете, Юрий Висбор придумал крылатое выражение, которое мы слышим каждый день по радио, по телевизору. Но даже не подозреваем, что это слова из песни Юрия Висбора. Давайте сейчас попробуем вместе с вами это крылатое выражение испеть. Сижу я как-то, братцы, с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили Патриса, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах я танцую твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще ты кто таков? Вот я, наследник африканский. А я говорю: технолог Петухов. И это я вам делаю ракеты, перекрываю Енисей, и даже в области балету я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж мы делали и перекрыли, а также в области мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балету мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Ну и, конечно, сегодняшний концерт невозможен без песни, которые мы всегда с вами вместе все вечера Висбора дружно завершаем. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится драп от крыла.
уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко весное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко весное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко весное, где в каких краях встретишься со мною? Thank you.